Всем мяса, с вами Павел Мясник, и мы продолжаем выживать в Скайриме. Эти до сих пор там что-то пиздят, никак они не напиздятся. Это кто, повар? Непонятно. В погребе, может быть, у вас тут есть что-нибудь интересное. В предыдущей серии не смогли этого вереска захватить. Крепкий желудок. Так, бандиты меня видят отовсюду. Теперь с ним все забираю. Бандиты сумасшедшие, я так скажу. Кто это, блядь? И что это? Ну и что это, блядь? Да ну вас в пизду, это, блядь, что? Ничего я не понял, блядь. Угу, сразу три смерти, заебись. Исхуяли. Заебись, ну, деф. Начался, не успев закончиться. Короче, я ебал, блядь, так играть нахуй. Пизду. Это что, блядь, такое? Вот, заходишь нахуй сюда. И умираешь тут же, блядь. Охуенно, да? Ну эту хуйню я за смерть считать не могу. Это, блядь, бред. Если брать, вот, например, ну, скажем, реальную жизнь, да, ну, то есть я бы вот открыл этот люк ебаный, допустим, ну, без, я имею в виду, без автоподгрузки. То есть я бы как заходил, вот так бы посмотрел, вот эту хуйню, крышку открываю, смотрю, там пизда, блядь. Я бы туда в жизнь бы не полетел. А вот эта расстановка, которая там, это бредятина. Короче, если не получится вот этот маркер 6 смертей убрать, тогда нахуй эту игру. Это, блядь, пиздец. Я понимаю, когда смерть нормальная, а вот этот бред при автозагрузке, когда тебя тут же встречает вся шобла-ёбла, ты даже оружие не успеваешь взять. Ну, это бредятина полнейшая, честно скажу. Короче, услышимся уже в других эпизодах, либо в других играх. Не знаю, я, может, для себя продолжу в нее играть. Но если удастся вот этот маркер смертей убрать, тогда этот... Тогда уже продолжим, как будто бы я туда и не заходил. Так что пока что всем... хорошего дня. Всем спасибо за просмотр. С вами был Павел Мясник. До новых встреч, и да пребудет с вами мясо.